В этом видео демонстрируется процесс распаковки и сборки оборудования компании Launch для калибровки систем помощи водителю X431 ADAS. Данный комплект состоит из следующих частей: набор настройки радаров, поперечина, шаблонная рама, колесные зажимы, опоры основания, принадлежности. Последовательность сборки. Соедините опоры основания с шаблонной рамой и закрепите их винтами. Поставьте шаблонную раму в вертикальное положение. Дополнительно зафиксируйте опоры с помощью уголков оранжевого цвета. Закрепите поперечину на шаблонной раме с помощью установочных винтов. Выставьте шаблонную раму в горизонтальной плоскости по Т-образному пузырьковому уровнемеру. Установите и зафиксируйте измерительную линейку с помощью установочного винта. Зафиксируйте регулировочное колесо на валу редуктора. Установите лазерные модули по краям поперечины. Повесьте радарную мишень с помощью крепежной скобы на поперечину. Закрепите лазер на магнитном основании, используя поворотный рычаг. Шаблонная рама собрана. Далее собираем колесный зажим. Он состоит из следующих частей: кронштейн, крепежная скоба на колесо, лазерный модуль, блок предохранительных цилиндров. Закрепите блок предохранительных цилиндров на кронштейне с помощью двух винтов. Аналогично соедините крепежную скобу и кронштейн. После этого в один из пазов кронштейна установите лазерный модуль. Колесный зажим собран. X431 ADAS готов к выполнению поставленных задач.